Пускай на встречу экспресс. Я в сторону. Он в сторону. Батюшка старовер? Да нет. Мне 2 по 100 и в 1 посудину. В 1 посудину не положено по инструкции. Йогурчик. Прошу. К полумерам не привык. А боже, заправляется, подшипники плавятся. Учтите, отец, автобус отправляется без предупреждения. Фу ты, господи, чуть было всю обедню не испортило. Ну как это без предупреждения? А? Безобразие. Кто тут у вас главный? В диспетчерской. Кто здесь главный? Кто главный, я спрашиваю? Неудобство, дочь моя. Почему радио не глаголит? Нехорошо. Отошел, допустим, человек по своим делам, а автобус того нехорошо. Надобно оглашать по радио. Правильно, товарищ. Ой, простите, гражданин батюшка, правильно. У нас даже микрофон есть, а почему-то не пользуемся. Напрасно. Мечта моя диктором устроиться. Диктором? Ага. Может, попробуйте? С удовольствием. А ну-ка. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Что же, батюшка? Это упражнение для дикции. Тренируюсь каждодневно. Миряне, просил вас. Граждане пассажиры, внимание! Отправляются автобус-экспресс по маршруту Донецк-Киев. Батюшки! Что? Свой автобус отправил. Стойте!